Всем привет, ребята, с вами Shadow Профессионал. Сегодня я вам покажу вам, как скачать Shadow Fight 3 с Google Play без VPN. Да, это без VPN, на данный момент он не поддерживается. И сейчас я вам покажу, как это сделать. Для начала сейчас подождем. Так, сейчас я вам покажу. Ссылка в описании будет две ссылочки, которые вам нужно будет перейти. Сейчас я вам покажу, какой надо скачать первый. По первым ссылкам вы переходите в Google Play Shadow Fight 3. Сейчас я покажу, для чего это нужно, сделать. Так, подождем, пока у меня прогрузится. Так. И переходите по ссылке. Вот так. Выбираете. Выбираете Google Play, нажимаете. Любой выбирайте. Google Play надо выбирать. И вот у вас появится Google Play. Так. У вас появится вот Shadow Fight 3 Google Play. Вы не должны его устанавливать. Просто у вас не будет не работать, не устанавливать. Вы не сможете пока что. Вы должны просто его добавить в список желаний. Вот таким вот образом. Вот у меня уже добавлено список желаний. Так. Это нужно, чтобы вы находили игру. И узнавали, поддерживается ли она у вас. Так. Выходим. И переходим по второй ссылке, чтобы скачать АПК. Shadow Fight 3 АПК, который я оставлю под описанием. И вы должны его скачивать. Это АПК взять из Google Play. Прямо из Google Play взять АПК. Он весит 52 мегабайта. Это самая новая версия. И кэш вам не нужно скачивать. Не нужно скачивать кэш, потому что этот АПК вы скачиваете, чтобы... Для этого, чтобы вы смогли скачать из Google Play, потом вы сами поймете. Так, переходим по ссылочке, которая в описании. Так, у меня долго не появляется, у меня трафика даже нет. Ну все. Ну, так, ждем. И нажимаете сохранить. Вот, сохранить. Данный файл имеет название APKK. Вы должны убрать последнюю букву К и установить APK. Так. У меня не установлен. Сейчас я удалял Shadow Fighter. Сейчас я покажу, как я установлю. Заходим в любой файл менеджер. Ищем скачание файл APKK. Обычно он находится в папке Download. Если вы не изменили путь. И вот переименуйте ее в APK. Убирайте просто последнюю букву К. Чтобы игра заработала. Вот. Убирайте последнюю букву К. Нажимаете ОК. И устанавливайте вот таким вот образом. Сейчас установлю. Вот установить нажимаете. Так. Устанавливаем. Нажимаем установить. И у вас идет установка. Напоминаю, что файл скачан из Google Play. Из Google Play скачан. И, наверное, у вас, если вы скачаете другой APK файл, у вас может не заработать. Поэтому скачивайте файл по ссылке в описании. Так. Далее. Давайте я зайду в Google Play и подожду вот там, пока загружается. Вот у меня не установлен никаких VPN программ, вот нет никакого VPN. Как вы видите, что вы верили, что у меня нет VPN. Так, давайте я зайду в Google Play, подожду там, пока установится мой Shadow Fight 3 APK. Но кэш скачивать, конечно же, не нужно. Это вы сами зря потратите свой трафик, если будете скачивать кэш. Так, только устанавливается, Если только что размер APK файла повысили с последнего обновления. Он весил всего 30 мегабайт, наверное, 37 мегабайт. Теперь он весит 52 мегабайта, повысил на мегабайты. Вот это. Пусть я зайду в Google Play и подожду вот тут. Пока мой Shadow Fight 3 загружается. Так. Не поддерживайте на вашем устройстве. У вас может быть надпись «Недоступна в вашей стране». Это, наверное, не имеет значения. Потому что у меня получается это сделать. Я всегда таким образом обновляю свой Shadow Fight 3. Получаю всегда сами новые версии, когда они выходят. Я их обновляю, радуюсь новым обновлением. Но у меня слабое устройство, так что я не могу его играть даже. И с последнего обновления у меня начало лагать еще больше, чем обычно. Начало... зависать, у меня из-за зависания вылетело. Так, еще не установилось. Так. Еще не установилось. Так.
или установилась. Скажет, это установилась. Так. Вот, игра установилась, Shadow Fight 3 АПК установлен. Вот, как вы видите. Далее вам нужно зайти в настройки, найти там Play Market, я вот таким образом сделаю. И вам нужно просто нажать стереть данные, это обязательно, или у вас ничего не получится. Так, ждем, пока он не появится. Нажимайте вот стереть данные, окей. Стереть данные, значит, кэш, почему я нажал. Вон, стереть данные, нажимаем окей. И заходим в Google Play Market. Так, заходим, ждем. Ждем просто, когда заходит, когда у вас прогружается, вот заходим. Так, слишком долго жду я. Так, вот, у нас почти зашло. Так, вот, нажимаете принять, принять нажимаете. Но это еще полчасти дела, чтобы скачать Shadow Fight 3. Так, снова заходим в Google Play и выходим оттуда сначала. Чтобы все было как раз хорошо. Так. Так, заходим в список желаний. И вы видите, что у вас всего лишь она еще вот тут же. Но у вас, ну, пока что это не полу, это полу дело. Вам еще нужно сделать еще немножечко, и потом вы сможете его просто скачать отсюда, вот установить. Вы сможете потом и вы узнаете, как это сделать. Сегодня у нас 26, наверное, мне придется подождать один день. Вам придется просто подождать 4-5 часов, наверное, или еще больше, или придется подождать целый день, или 2 дня, не знаю точно, но вам при этом не надо отключать интернет, передачу данных тоже не надо при этом отключать, или вам придется снова стереть данные и подождать еще снова, так же долго подождать вам придется, ну, пока что у вас не будет, и вам придется просто подождать, просто ждите, пока у вас появится. Так, пожалуй, я сейчас видеоролик завершу и сниму, когда у меня появится АПК, соединю с этим видеороликом и у вас появится новый ролик. Ну вот, ребята, я ждал целый день, уже целый день прошел, как я ждал вот эту игру, целый день она у меня не прогружалась, и вот, наконец-то, вот, загрузилась, и теперь я могу вот открыть там, удалить. Вам надо сейчас, ребята, нажать удалить, потому что вы кэш не скачивали. Нажать окей, удалить. Вот так вот ему, таким образом. Вы удаляете. И, ну, вот, устанавливаете вот таким вот образом. Просто принимаете, устанавливаете. И это без VPN, как я говорил. Без VPN. Вот у меня нет программки VPN. У меня только запись. И вот тут тоже никакие VPN нету. Так. И ваш спокойно скачивайте, устанавливайте. Без VPN. Но последней версии, конечно, если у вас появится желтый экран, вам нужно просто перезагрузить устройство. Вот тут тоже так написано. И у вас заработает. И кстати, вы не должны отключать интернет. Передачу данных, когда ждете игру. У меня, наверное, из-за этого мне пришлось так долго ждать. Я ждал целый день, уже вчера не появилось. И уже сегодня уже 27. Так, я ждал 26, уже вчера ночью уже тоже не появилось. Я случайно отключал интернет, и, наверное, при этом не появилось. И мне пришлось просто снова стереть данные Google Play и снова ждать ее 3 часа. Ну, а через 3 часа она не прогрузилась. Я оставляю ее всю ночь. Ну, так и не нашел. Ну, вот теперь она у меня вот появилась. Я могу ее спокойно вот так скачивать. Вот таким вот образом. Она у меня вот тут появилась. Среди установленных приложений, ребята. Вот она появилась у меня. Но сейчас, когда я его удалил, она у меня сегодня... Сейчас вот тут нет. И она, список желаний, она у меня тоже теперь поддерживается. Вот бесплатно написано, мы можем установить, как я говорил. Ну, если у вас тоже получилось, пишите в комментариях, ставьте лайкузик, подпишитесь на канал. С вами был Shadow Профессионал, новое название канала. Всем удачи, всем пока.